Вот такие льдинки у нас большущие. Замерзли. Майя только днем на цепи сидит, а вечером мы ее выпускаем, чтобы она побегала. Майя. У нас во дворе бегают много маленьких деток. Майя. И мы ее сами боимся выпускать, Майю. Так, принесла Майя ее вкусняшки. Она любит морковку, как вы знаете. Мне вот нравится снимать ее именно тогда, когда она кушает эту морковку. Звучит, конечно, странно, но мне нравится ее чавканье. Майка. Майечка. Еще один великолепный кадр из жизни нашей Майи. На улице так холодно, что у меня начали руки уже краснеть. Майя. Майюти. Майя. Майя, не облизывай мою камеру. Майя. Все, я пошла домой. Майя.